Друзья, привет! С вами я, Александр Дагадин, и мы продолжаем играть в игру «Побег из тюрьмы One Level 3». Мы закончили на 151 уровне, по-моему. Воу! Воу, ребятки! Что это за паук? Ой! Какие-то ракеты пускает. Блин, быстрее! Давай! Оу, щит. Так, да, прячемся здесь. Быстрее! Опчики. Давай, газуй! Давай, давай! Тыц, тыц, тыц! Не успел. Так. Здесь, смотри, сколько рычагов. Первый. Второй. Третий. Обманули нас. Ну, капец. Так, первый, значит, вниз. Второй. Третий вниз. Так, здесь что у нас вперед? Наверх. Давай. Так. Такс. О, друзья, прошли, прикиньте. Офигеть. 153 уровень, побег. Смотрите, вот там стоит охранник. Привет! Так, ну что, рискнем. Быстрее, быстрее, убегаем! А, смотрите, он понизу только бегает. Тогда делаем вот так. Хоп. Хопля. Уфу. Чуть не поймал. Берем наш ключик золотой. Эй, ты куда? Ёлы-палы. Нас поймал. Давай. Так, рычаг, быстренько перепрыгиваем. Быстрее! Берем ключик. Ну и что, он будет бегать? А. Хопа! Давай! Танцы. Что значит за там? О, сейчас. Так, что здесь надо делать? Блин. А, я понял, надо нам этот. Сейчас мы сделаем. Вот так. Вверх. 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 Вправо. Вправо. Влево. 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 А, фу, все. Я что-то даже ключик не увидел. Думал, за ключиком сбегаю. Так, влево, вправо, влево. Ну, о. Вперед. А, все, я понял. Смотрите, друзья. Если он пок... Так. Ой. То есть, если он показывает влево, у тебя человечек бежит вправо. Давай. Опс. А! Блин. Капец. Вправо двигается быстрее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Ну, ёлы-палы. Блин, так непривычно, нифига. Вон, давай быстрее. Опс. Давай. Так. Давай, блин, так запутно, капец. Вот он, босс, стрекоза. Смотрите, бомбочку сглотил, что надо делать-то? Так. О. О, ничего себе, ящик кидает. Так. Получ. Быстрее на тебе. Быстрее убегаем. Получи, да ел. Получи. Фу, быстрее, быстрее на тебе. И все. Такой босярик легкий.
157 дублер. О! Такс, такс, такс. Если мы сейчас прыгнем, он в шипы упрется. Как нам его сделать? О, вот так. Блин. Фига себе. Ну капец. О. Такс. Угу. Ну, в принципе, тоже легко. Теперь мы без прыжка, назад, вперед. И мы убежали. Молодцы. 158 уровень. Где же он? А ключика-то и нет, смотрите, друзья. Наверное, он там невидимый. Сейчас мы его возьмем. Та-данс, танц, танц. Нет. Может здесь? Ай, чуть не упал на шипы. Нет. Так, может где-то здесь? Нету. А здесь? Тоже нет. А тут? А, вон он, друзья, был. В самом низу слева. Угу. Так, 159 уровень. Стоять, не двигаться. Ну, а чё стоять? А, вот оно что. Оп, блин. То есть, пчела летит, надо стоять, не двигаться. Как, оп, пролетает, быстренько бежим. С фонарем светит нас. Стоим. Быстрее. Блин, ёлки-палки, ты что так быстро носишься? Стрекоза нафиг. Пчела, блин. Кто ты там? Сталин, Брежнев, блин. Стоим, ждем. Ай-яй-яй, друзья. Стоим. Быстрее! Ждем. Быстрее. Ждем. 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 Быстрее пошел. Ждем. Давай, так, стопен. Хопс. О, пролетел. Блин. О. Так. Осторожно. Давай, стикмен. У-ху. Убежали. 160 уровень, тяжелая артиллерия. А, ну здесь, наверное, надо попрыгать, чтобы нас ничего не попало. Ну, тут, в принципе-то, легко. Чё, мы профессионалы. Хоп. Хоп, лэнс. Давай быстрее. Опа. Блин, нифига. Такс. А! Все, друзья, прошли мы 160 уровень. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Делитесь видео с друзьями. Ну и не забываем нам писать комментарии. Все, друзья, до новых встреч. Пока.